В Апатитах состоится акция «Скажи привет». Ее организатор, Центр современного искусства «Сияние», призывает горожан встретить весну с улыбкой. Ну а чтобы был повод улыбаться, 29 февраля в 18 часов возле городского дворца культуры начнут работать разнообразные развлекательные площадки. Гостей ждет хоровод дружбы, согревающий чай, сладости и еще много сюрпризов. Специальные гости праздника – участники программы «Привет, Андрей» – народный ансамбль «Калина». В его репертуаре песни разных регионов России. Дарить весеннее настроение в течение всего марта на разных интерактивных площадках будут активисты молодежного центра и сотрудники библиотек. Помогут в организации праздника волонтеры и студенты. Жители и гости города станут участниками творческих встреч и мастер-классов. А еще у горожан есть возможность получить приз, просто сказав «Привет». В начале месяца мы запускаем хэштег «Скажи привет, Апатиты». Мы призываем всех записывать свои видео-приветы и отправлять их, собственно, в Апатиты, помечая этим хэштегом. Самые лучшие креативные приветы будут отмечены специальными призами, которые мы вручим на закрытие акции 31 марта. Видеоролики, посвященные весне и улыбкам, апатичане могут размещать на своих страницах в социальных сетях. Организаторы акции найдут видео по хэштегу, а после подведут итоги. Привет, Апатиты!